Был в далеком королевстве прекрасный принц. Его окружали верные слуги. Тебе не кажется, что я способен самостоятельно сходить в туалет? Очень остроумно, сэр. Подтиральщики? А король нашел ему невесту. Почему я не могу сам выбрать жену? Мы очень тщательно подошли к поиску лучшей кандидатуры. Женщина должна разжигать пламя в душе, а не только в чреслах. Где же вы такую найдете? В Америке. И отправился он в далекую страну возможностей. На этом сказка заканчивается, а наша история начинается. Узри, Сэмми! Жизнь! Настоящая жизнь, которой нас с тобой так долго лишали! Мы же в Нью-Йорке! Оденемся как нью-йоркцы! Я выгляжу как полный дебил. У вас есть опыт работы в ресторанах фастфуд? Разумеется, нет! Это наша первая работа в США. Я Аким. Очень приятно, Аким. Меня назначили главным по мусору. Поздравляю. О, господи, это вы. О, ваше высочество. Кто это? Эдди Мерфи. Да-да, в туалете познакомились. Арсению Холл. В комедийной сказке о королевской любви. Смотрю я на участниц конкурса «Мисс Черная Гордость». И мне хорошо. Это вроде как лучшая женщина Квинс. Выбирайте и едем домой. Так бы тебя и съела. И дружка твоего. Поездка в Америку. Сэр, а вы не смотрели конкурс по профессиональному футболу вчера? Нет, не смотрел. О, было так интересно. Гиганты Нью-Йорка против упаковщиков из Грин-Бэй. Гиганты победили, бросаясь продолговатым мячом из свиной кожи. Очень увлекательно. Сынок? Да? Хочешь и дальше тут работать? Завязываешь наркотой. Понял.